My life be like. Всем добрейшего утречка. Начинаем наши утренние тренировки. Колеса крутятся, ловушка мутится. Все, мы камеры ставят. Вот сейчас помчим. Реально край. Парад пилотов, блять, в этом сезоне. Уже третий крайний по счету, да? Сегодня самый жир, сегодня топ 16, Кубок России, пилоты РДФ-ДП против пилотов Европы, вот они все здесь, нас уже выгоняют, потому что скоро начнутся заезды, будем смотреть и болеть за Остапа. Все, ребятки, закончился для нас гранд-финал, супербитва, в общем, никаких звоночков не было, были шикарные тренировки, вообще все складывалось, все как нужно, и именно почему-то. Именно в зоне прогрева у меня сдох главный цилиндр сцепления, или рабочий, мы это не могли вначале выяснить. Ну, потом стало понятно, но времени уже не было на решение этой проблемы, поэтому решил пойти в ва-банк, попробовать проехать без сцепления. В общем-то, первым номером это получилось, всего-то пропустил один тач-н-гоу. Но чтобы вы понимали, при тех условиях, что так никогда не ездил и, в принципе, кругом стены, считаю, что получилось на 300% очень круто проехать лидера. Без цепы совсем. Потом нужно было ехать преследователем. Ну и там произошел у нас с Ромчиком контакт. Со стартера запустился, поехал. Первую выкрутил, подождал Ромчика, наткнул вторую под сброс газа. Поехал на второй. Вроде заднюю ось сорвал. Надо было открываться. Ну и там в две педали дальше пилить. Я машинально ручничка подзадернул. Реально машинально просто. Тачка заглохла. Потом, соответственно, запустилась просто с наката. Ну и машина ядром ехала в Ромчика. Я пытался там всеми способами отрулить. Провернуть заднюю ось, чтобы не совершить контакта. Ну и морда, в общем, съехала. И получилось то, что получилось. Ромчику приношу свои извинения. Но это автоспорт. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. В общем, делал все, что от меня было возможно. Во втором заезде чутка не фартануло. Все, ребятки, спасибо. Всем спасибо, кто переживал, болел. Но такое бывает. Одна позитивная мысль меня успокаивает, что в этом году это первый такой случай, когда в заезде что-то происходит с автомобилем. Это значит, мы идем правильным путем, и будет все еще только лучше. В общем, всех обнял, всем спасибо за поддержку. Увидимся в новом сезоне. Пока. Асфальта, а не сразу бетон. Господа, относительно предыдущего сторица этого человека, зовут его Александр. Какое-то время он работал у меня механиком. Поступила информация, что он, прикрываясь моим
чистым именем пытается у кого-то занять деньги, провернуть какие-то непонятные схемы, взять автомобили в ремонт, взять денежные средства на ремонт этих автомобилей. Знаете, человек аферист, крайне необязательный. Все выплаты с моей стороны в счет заработной платы были обеспечены. И более того, все авансы, которые он там просил на будущее, в счет будущих этапов, также были переведены. Поэтому, ребятки, будьте осторожны с этим человеком, ни в коем случае не доверяйте, потому что в доверие входит очень хорошо, но при этом это все вранье. Ребята, все, будьте осторожны, я вас предупредил. Надеюсь на ваше рассудок. Кстати, только что выяснили неполадку, что было. Представляете? Вот, у меня такое впервые, и честно, я к этому не был готов. У нас просто вскипела жидкость в сцеплении. Жидкость, видимо, вскипела, подзавоздушилась. А прокачивается она у нас только в том случае, если ты рабочий снимаешь, чтобы шток вытащить. Ну, потому что мы подбираем такую длину штока, чтобы выжим был комфортный на самом верху. Из-за этого, прикиньте, просто жижа туда не поступала, свежая, и все, и трындец.